Работаем! Вы на канале Wrestling Vlog, и я Рэй Блэк. Буквально несколько часов назад началась дорога на главное шоу года – WrestleMania 40. Параллельно с этим прошло одно из самых интригующих шоу – Royal Rumble. Что там да как получилось, давайте узнаем. Это обзор на шоу Royal Rumble 2024 года. Также переходите по ссылке в описании в наш телеграм-канал, где мы ведем стримы. Кстати, стримы Смакдауна ведутся каждую неделю. Шоу начинается с женской королевской битвы. Сразу под вторым номером неожиданное возвращение в лице Наоми. Не то чтобы я ее не ждал, но точно не под вторым номером. Под номером 5 чемпионка TNA Джардина Грейс. Неожиданно. Под 24-м номером Вальгалла, но ее обгоняет Аатруф и движется к рингу. Его сразу же выкидывают, а после жену Викинга. 28-й номер за Джейд Каргилл, которая совершает свой дебют на ринг WWE. 30-й номер Лив Морган, которая совершает возвращение. Женский матч действительно получился неплохой в качестве рестлинга. Девушки очень хорошо постарались, трудно было выявить на 100% победительницу. Под третьим номером выходит Бейли, которая установила рекорд по нахождению на ринге и урвала победу у Лив Морган и Джейд Каргилл. Матч за титул неоспоримого чемпиона вселенной WWE. Роман Рейнс против Рэнди Ортона, против LA Найта, против AJ Стайлза. Меня удивило то, что этот матч поставили именно сюда. Поединок начался по стандартным формулам Романа Рейнса. Вначале медленно, но по ходу боя рестлеры разогнались. У каждого бойца был свой момент славы. Рэнди и Стайлз так вообще выделились на фоне остальных. Крутые споты и постоянные реверсы приемов сделали свое дело. Хоть матч и шел достаточно продолжительное время, но в моменте все это произошло за одно мгновение. Перед концом матча пришел Соло Сикоа, который попытался принести победу Роману Рейнсу, но у него это не сразу получилось. Но так или иначе, Роман Рейнс урвал победу, ожидаемо, но хоть хороший матч увидели. Матч за титул чемпиона США. Логан Пол против Кевина Оуэнса. Поединок начался достаточно бодро, и до самого конца рестлеры продержали темп. Не знаю, как у вас, но у меня была определенная интрига на бой. Постоянные качели, которые были в поединке, сделали этот матч еще круче. Битва прошла на одном дыхании, я даже не заметил, как мы приблизились к концу. Под конец поединка пришел Кент Логана Пола, Грейсон Воллер и Остин Теори. Хилы передали чемпиону кастет, которым он хотел ударить Оуэнса, но Кевин забрал его и нанес удар сам. Когда рефери уже вел отчет, и казалось бы сейчас Кевин Оуэнс станет чемпионом США. Но нет, судья увидел кастет и остановил матч по дисквалификации. Логан Пол все еще чемпион Соединенных Штатов. Неожиданная концовка, мне понравилась. Посмотрим, что там будет дальше. Ну и то, ради чего мы здесь с вами собрались. Мужская королевская битва. Под номером 1 Джей Усо, второй номер у Джимми. Мы видели братские разборки. Не сказать, что мы увидели что-то неожиданное, что привлекло наше внимание, но было интересно посмотреть за этим. 4-й номер возвращения в лице Андрады. Очень интересно, что для него придумают. 15-й номер Коди Роудс, потенциальный претендент на победу. 20-й номер у Брона Брейкера, единственный рестлер из NXT в этом матче. Очень хорошо себя показал, но был очень быстро выбит. 22-й номер достается Пэту Макафи, который комментировал бой. Забавно было посмотреть, как он сам себя элиминировал. Под номером 24 Артруф, который показал очень смешной сегмент с Домиником Мистерио. 27-й номер у CM Панка. 28-й возвращение Рикошета. 30-й номер у Сэми Зейна, который вернулся. Не сказать, что этот поединок прославился какими-то великими возвращениями, но было приятно увидеть Андрады, который совершил возвращение, Рикошет, который вернулся после травмы, и Сэми для меня стал неожиданностью. В конце матча оказалась финальная четверка. Дрю Макинтайр, Гюнтер, CM Punk и Коди Роудс. Панк выкидывает шотландца, а Коди Гюнтера. Затем бойня продолжается между лучшим в мире и американским кошмаром. В тяжелейшей битве Коди подловил Панка и выкинул. Тем самым стал победителем Royal Rumble матча второй раз подряд. Не знаю как вам, но матч мне понравился. Коди как победитель очень правильный. Да, не было каких-то возвращений, но я думаю, все вы понимаете, что это было сделано ради результата, и все ждали результат.
Результат хороший, мне все понравилось, все было сделано красиво. Шоу я ценю на 8 из 10. Ну а с вами был канал Wrestling Vlog. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все мои соцсети, ссылки находятся в описании. Пока.